Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Пока спят, но скоро активизируются, в поликлиниках стартует вакцинация от клещевого энцефалита. Грязнее, чем в туалете. Эпидемиологи предупреждают о необходимости дезинфекции телефонов. Внутриканальные наушники. Сурдолог рассказала, как избежать возможных болезней уха. Искусство без границ. Уникальные тактильные экспозиции для приморцев с нарушением зрения. Смотрим новости медицины. Уникальный проект для людей с нарушением зрения реализуется в Приморской картинной галерее. Выставка «Репин. Далекое близкое» сопровождается специальными тактильными экспонатами, благодаря которым невидящие приморцы могут на ощупь ознакомиться с произведениями великого русского художника. Работа тактильной экспозиции продлится до 12 марта. Для людей с нарушением зрения вход бесплатный. Во Владивостокской поликлинике номер 1 стартует прививочная кампания от клещевого энцефалита. Вакцинация проводится бесплатно лицам старше 60 лет. Кандидат медицинских наук, врач-сурдолог, оториноларинголог Марина Паукова заявила, что использование внутриканальных наушников может стать причиной воспаления в ухе. Дело в том, что установка инородного тела в слуховой проход является агентом, проталкивающим серу из наружного ушного канала в глубже расположенный отдел. Поэтому длительное использование таких наушников может привести к воспалениям, нарушениям слуха, травмам барабанной перепонки, головокружениям и пролежням на стенке уха. И еще про громкость. Если включать очень громкий звук, среднее ухо травмируется и может лопнуть барабанная перепонка и произойти кровоизлияние в слуховой аппарат. А еще угнетается слуховой анализатор и со временем расшатывается нервная система. Так что во всем важна мера. Роспотребнадзор напомнил о необходимости регулярно обрабатывать мобильный телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Мобильные устройства, которые многие современные люди практически не выпускают из рук, причем в самых разных местах, включая туалет, могут стать источником бактерий и вирусов, возбудителей различных инфекций. Избежать возможной инфекции позволят простые правила – соблюдать гигиену рук после посещения общественных мест и ежедневно обрабатывать телефон спиртосодержащими средствами или салфетками. 141 год назад, 24 марта 1882 года, немецкий врач-микробиолог Роберт Кох объявил о том, что сумел выделить бактерию, вызывающую туберкулез. В то время это заболевание было одной из главных причин смертности. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию. Лауреат заявил тогда, что через 15 лет туберкулеза не будет. К сожалению, ученый ошибся. И в 21 веке туберкулез есть. Болеют и взрослые дети, и, вопреки устойчивому мнению, люди из разных социальных слоев. Мы встретились с главным внештатным детским фтизиатром Приморского края Светланой Осиной для того, чтобы узнать, как взрослые могут защитить своих детей от все еще активной и опасной инфекции. Светлана Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. Впервые готовим программу на эту тему, потому что даже не думала, что она настолько актуальна в современном мире. Мировая статистика приводит высокие достаточно цифры по заболеваемости туберкулезом, а в России тем временем растет число антипрививочников и тех людей, которые отказываются проводить детям тесты на туберкулез. И вот хотим, чтобы сегодня вы нам рассказали, да, почему болеют дети. Правда или нет, что туберкулез может протекать бессимптомно? Как лечат его сейчас и про вашу замечательную реабилитацию? Вот давайте поговорим на эти темы. Спасибо большое, что дали возможность поговорить об этом, потому что актуальность этой инфекции очень длительно не теряет основных позиций в мире. Единственное большой плюс, что за последние 2 года Россия вышла из тройки стран с большой нагрузкой туберкулеза и сейчас находится в десятке. То есть это для нас большой плюс. Да? Мы бремя туберкулеза немножечко побеждаем. Однако количество заболевших в России человек остается на очень высоком уровне. Что касается детей, в Приморском крае ежегодно примерно от 70 до 100 человек, детей и подростков, заболевают этой тяжелой инфекцией. Туберкулез заставляет лечиться очень длительно. Позиция лечения может составлять от 6 месяцев до 2 лет. И вы понимаете, насколько сразу это осложняет состояние здоровья ребенка, его возможности по выздоровлению. У вас на сайте висит такое обращение. Уважаемые мамы и папы, я прям зачитаю.
руководители и рядовые работники, бизнесмены и бюджетники, студенты и ветераны. Вы таким обращением хотели показать, что вот эта проблема заболеваемости, она свойственна людям разных социальных уровней? К сожалению, да, эта инфекция не выбирает. А как принято считать, что туберкулез – это позиция, да, социально неблагополучного населения? Да. Но, к сожалению, это не так. Если пройти по клинике, можно увидеть, что у нас лечатся детки из довольно благополучных семей, из школ, одаренных детей. То есть дети, которым бы не предвещало ничего по их социальному статусу попасть в ситуацию заболевания туберкулезом. Поэтому мы обращаемся ко всем слоям населения о том, что нужно быть очень осторожными в отношении этой инфекции. Что все-таки служит пусковым механизмом, почему болеют дети? Ребенок заболевает рядом с взрослым. То есть взрослый виноват. Потому что, да, здоровье детей, тем более относительно туберкулезной инфекции, это лакмусовая бумажка состояния взрослого населения относительно туберкулеза. Почему? Потому что инфицирование идет только от больного бациллярной формой туберкулеза. И если в нашем крае ядро бациллярных больных остается довольно-таки насыщенным, больной туберкулезом может быть в любом месте встретиться нам с вами. Это не обязательно член семьи? Это не обязательно член семьи. Член семьи очень усугубляет риски, гораздо выше, конечно, возможности заболеть у ребенка. Но это могут быть любые люди. Гостевые контакты, контакты где-то в социальных группах. Сейчас очень много, посмотрите, развлекательных центров, где идет массовость такая посещения и родителей, и обслуживающего персонала. Это все создает высокий риск наличия там инфекции. Какой механизм? Ну, вот пришел, допустим, ребенок... Капельный механизм. Да. Если концентрация в выдыхаемом воздухе микобактерий довольно высока, то вот этот вдох является уже вдохом, который обеспечивает инфицирование ребенка микобактерией. Что хочу сказать относительно инфицирования. По данным ВОЗ, 2/3 населения планеты являются инфицированными микобактерией туберкулеза людьми. То есть, понимаете, общее население планеты несет большую нагрузку инфицирования. Заболевание развивается в 5-7 случаях от инфицирования. И поэтому, когда к фтизиатру направляют ребенка в связи с положительной пробой, не нужно считать панически, что ребенок заболел. Нет, это ситуация, когда, скорее всего, инфекция попала в организм ребенка. И специалистам, в том числе фтизиатру, нужно разобраться, что происходит сейчас с состоянием здоровья ребенка, нужна ли какая-то помощь для того, чтобы не развилось это заболевание, и игнорировать эту ситуацию категорически нельзя. На примере заболевших деток за ближайшие 2-3 года дети, кто очень заняты своим ростом образовательным. Угу. Сейчас же детки очень много, да? Активные те, очень, те, да. Другие, чтобы выйти на уровень такой высокий, лидерский, они и родителям некогда привести ребенка на консультацию фтизиатра. И если проба диаскин-тест давала сомнительную позицию, мама в ближайшие 3-4 месяца не нашла возможности посетить врача, угу, то через 4 месяца мы получаем больного ребенка уже с клиническими тяжелыми проявлениями, с тяжеленными формами туберкулеза. Это я хочу сказать о том, что если есть направление или рекомендация от педиатра посетить консультацию, прошу вас, пожалуйста, не оставляйте это. Мы не воюем с вами, да, против чего-то. Мы просим вас, давайте посмотрим внимательно состояние здоровья ребеночка, чтобы не навредило ему в последующем эта микобактерия. Светлана Леонидовна, вы вот в своей практике ощущаете вот то, о чем пишут многие антипрививочники, волна, да, противники тестов. Давайте еще напомним нашим зрителям, когда какие пробы проводятся, в каком возрасте, вот, ну, такие вот базовые вещи. В нашей стране диагностика вот этого инфицирования у детей проводится двумя методиками. Это иммунодиагностические пробы. Детям до 7 лет это реакция МАНТУ с двумя туберкулиновыми единицами. Эту пробу делали большинство родителей, которые сейчас отказываются от проб для своих деток. И с 8 лет до 17 включительно проводится проба с диаскин тестом. Подросткам с 15 лет флюорография дополнительной методикой. И эти методики помогают своевременно выявить риск развития заболевания. Когда родитель отказывается от этих проб, считая, что это введение препарата является опасным для здоровья ребенка, мы можем предложить различные альтернативные методы. Они есть в нашем крае, и Министерство здравоохранения обеспечивает возможность, например, детей-инвалидов проходить бесплатно методику ТЭС-ПОД, альтернативный метод путем забора крови из вены и обработки лабораторной. Другим родителям, просто отказывающимся, этот метод доступен на коммерческих условиях. Наша клиника это делает по низким ценам с консультацией фтизиатра на выходе бесплатной. Есть другие методы. Консультация фтизиатра нашего центра поможет родителю определиться, какой метод будет удобен для
для прохождения профилактического осмотра. Светлана Леонидовна, но мы вот защиту от туберкулеза получаем еще в роддоме. Если прививают деток, да, вакцинация БЦЖ обеспечивает, но она не защищает от инфицирования, а обеспечивает то, что дети ближайшие 5 лет, кстати, самая высокая группа риска детей по тяжелым заболеваниям, это дети раннего возраста, дети до 3 лет, до 5 лет. И эта вакцина обеспечивает то, что не будет тяжелой формы заболевания, а если вдруг случится, будет довольно в легкой форме и быстро излечиться. Отсутствие вакцины – это высокие риски туберкулезных менингитов и летальных исходов. Есть родители, которые отказываются от такой прививки в роддоме? К сожалению, да. Если не хотите делать БЦЖ, есть возможность сделать облегченную вакцину БЦЖ-М, и это можно оговорить в роддоме, написав отказ от вакцины БЦЖ и проведя БЦЖ-М, где микробное число довольно ниже, в десятки раз ниже. А вот какие у них аргументы? Вот что вам приходилось слышать? Почему вот они отказались? Основное считают, что введение вакцины инфицирует, что введение вакцины стимулирует заболевания различного генеза. Что относительно манту я часто слышу, что манту или диаскинтез содержит консервант фенол, который очень токсичен для организма, и если фенол ввести в кожу ребенка, прямо мы практически добиваемся такой, да, токсической реакции. Что я хотела бы сказать родителям? Вспомните свое утро, ваши аэрозоли, которые вы используете в своей повседневной жизни. Да. Это может быть ароматизатор воздуха, это может быть какой-то парфюм. Тот же выход на улицу, там, где идет выхлопные газы автомобиля, это все содержит тяжелые металлы и фенолы в такой концентрации, которые критичны, в принципе, для риска экологического, да, попадания в организм. Тот фенол, который содержится в манту или в диаскин-тесте, общего состояния организма он не меняет. А это не связано с тем, что, может быть, какие-то случаи стали действительно тяжелые вот реакции какие-то? По опыту своей работы относительно вакцинации БЦЖ осложнения упали в десятки раз, количество осложнений. И тяжелых ситуаций по развитию осложнений в нашем крае уже 5 лет нет точно. И если бывает осложнение, то это очень легкий процесс, который проходит на ручке в виде местной реакции, излечивается полностью, не вредя состоянию здоровья ребеночка. Просто первое время, месяц-два после вакцинации, нужно поухаживать за этим местом совместно с врачом. И в последующем защита от туберкулеза работает. Отказ от вакцины дает сразу высоченный риск тяжелого заболевания. Вакцина обработана. Ею занимались ближайшие 5 лет таким образом, что ее патогенные свойства исключены, практически полностью исключены. Вы сказали в начале, по-моему, что в Приморье падает заболеваемость? Падает. Или вообще, вообще в России, падает. Да. Но вот в целом... Она высокая достаточно, в целом она, да? Довольно высокая, в принципе, по стране. Мы в лидерах. А почему? Это вот какие-то такого состояния природные... отказов, как у нас в Приморье, в принципе, в России, я вот с коллегами разговариваю, практически не существует. И отказов если от... идет отказ от манту, родитель благополучно выбирает другую методику. То критичное состояние, как поступают наши родители, мне кажется, оно прям характерно чисто для Приморского края. Может быть, потому что мы такие динамичные и передовые. Или... У нас критично, вот прямо отказываюсь, не буду, потому что вредно. Может быть, это ситуация. Медицинское образование всем не дашь. Иногда даже рассуждаю с родителями, говорю, скажите, а вы кто по профессии? Я инженер. Но я же врач, не даю вам указаний или рекомендаций, как поступать в вашей профессии. Почему мы, принимая решение относительно здоровья ребенка, можем здравоохранению, да, делать какие-то препоны? Есть те дети, которые больше в группе риска. Вот вы сказали, что большая часть населения – носители, да? Инфицирование чаще всего для организма человека происходит в детском возрасте и заканчивается счастливым, здоровым носительством микобактерий. Называется инфицированность. Вот раньше прям такой диагноз – инфицированность, микобактерия, туберкулеза. Это нормально, ну, как говорит вот ВОЗ, для 2/3 планеты. А риски заболеть возникают тогда, когда состояние стресса и нездоровья организма возникает. Чаще всего это дети, имеющие хронические заболевания или часто болеющие дети, дети, имеющие заболевания органов дыхания, частые пневмонии, аденоидные вегетации, бронхиальная астма, муковисцидоз. Дети, имеющие такие заболевания, снижающие иммунитет, как сахарный диабет. Это ревматоидные артриты и онкозаболевания, требующие различной терапии, снижающие общий, да, иммунитет организма. Это риски возрастают сразу в десятки раз. Кстати, вот этим деткам и вообще группе населения, и взрослым тоже с такими заболеваниями рекомендуют профосмотр на туберкулез проходить 2 раза в год. Профосмотр как строится, что входит туда?
Для детей это иммунодиагностика, подросткам и флюорография, а взрослые люди должны делать флюорографию раз в год. Кстати, что касается нашего населения, многие отказываются и от этой методики. Взрослые люди, зачем боятся я буду облучение, делать флюорографию, облучение. На что хочу сказать в защиту, у нас очень в край современные обеспечен аппараты. Современными цифровыми аппаратами, которые практически не несут лучевой нагрузки той, которая была раньше, когда флюорография на пленку огромным лучом на вот этот кадрик складывала, да, всю позицию легочной ткани. Сейчас практически нет никаких последствий. Вообще, честно говоря, мне смешно, потому что это люди, которые могут курить сколько угодно, да, выпивать, да, но да. при этом боятся облучения флюорографии. По пробе МАНТУ и диаскину еще хочу сказать, что многие отказываются, считая, что эта проба является пробой, не пробой, а вакцинацией. Ну, то есть мы отказываемся от прививок, поэтому не делаем МАНТУ. Так вот, эти пробы, они не являются вакцинами. Это пробы, практически пробы, как у аллергологов, проходит тестирование на аллергию к различным агентам. А вот как определить, являешься ты носителем или нет? Это можно как-то? Инфицированность выявляется путем вот этих методик иммунодиагностики. Для взрослого человека факт инфицирования уже, скорее всего, наступил в детстве. И чаще всего у нас дети уже к 17-18 годам имеют все положительные пробы, большой очень процент населения детского. И во взрослом населении вот этот факт инфицирования, он уже не влияет на заболеваемость. У взрослых развивается вторичная форма туберкулеза, то есть не при первичном инфицировании, а при повторной реинфекции либо каких-то стрессовых ситуациях организма. И у взрослых людей нет малых форм туберкулеза, что характерно для детей при поражении внутригрудных лимфоузлов. А у взрослых сразу поражается легочная ткань. И флюорография для взрослого помогает на ранних стадиях, когда уже можно вылечить полностью бесследно процессы туберкулезные, выявить вот эти заболевания. Достаточно флюорографии взрослому. Достаточно. Хотите хорошо. Больше? Приходите, сделаем тест-под. Да. Что еще здесь хотела бы сказать? Больной туберкулезом может болеть и быть уже опасным для окружающих, но при этом практически не быть клинически больным. Туберкулез на ранних стадиях никаким образом не влияет на состояние здоровья человека взрослого. Поэтому флюорография очень важна для предотвращения сложных заболеваний. Я читала, что в некоторых случаях ребенку могут ставить неверные диагнозы. Вот, например, бронхит или пневмонию. В случае, если не идет лечение, да, нет клинического излечения, есть какие-то изменения в легких, то педиатры обращаются к нам за консультативной помощью. Что хочу сказать, что наша клиника имеет телемедицинскую консультацию. У нас есть центр телемедицины, и все мы стараемся сотрудничать с клиниками, которые лечат пневмонию у детей, и все снимочки проходят через консультацию наших специалистов, через центральный архив медицинских изображений, и фтизиатры подключаются здесь, оценивая риски и возможности. Но любой родитель, если он насторожен и считает, что ребенок длительно лечится, нет эффекта, может обратиться к нам как дистанционно, есть такой протокол, по-моему, на сайте у нас тоже указан, написать на электронную почту, мы всегда откликнемся, либо прийти на консультацию, потому что у нас есть и фтизиатры, и пульмонологи, и педиатры с огромным опытом практически. К сожалению, есть ситуации, когда лечат пневмонии, но в результате оказывается, это процесс все-таки туберкулезный. Это единицы, но это возможно. А вообще, вот когда делают КТ, всегда можно дифференцировать вот этот процесс в легких, либо какие-то туберкулезные уже там? Диагноз, он всегда очень многокомпонентен. Просто рентгенологическое обследование, либо компьютерная томография – это одна из очень сильных методик, которые могут нам предположить, что, возможно, это да. Если есть изменения в легком на компьютерной томографии, дальше все равно подключается клиницист и другие методы обследования. Биоматериалы все равно. Да, и микобактерия ищется. Сейчас, кстати, методики ПЦР. У нас есть методика быстрая, в течение 2 часов обнаруживаются фрагменты даже микобактерии, которые помогают установить либо исключить диагноз. А как лечение проводится? Лечение проводится путем приема противотуберкулезных препаратов. Эти препараты расписаны стандартно, прямо есть клинические рекомендации, и на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения практически единообразно лечение. То есть весь мир лечится практически, одинаково? Практически единообразно, да, и вся страна точно идет по определенным протоколам. Самое страшное, что у нас сейчас среди больных туберкулезом около 50% больных с устойчивостью микобактерий к основному
основному ряду препаратов. Чем это страшно? Тем, что процессы туберкулезные идут более сложно. Они более характеризуются осложнениями в виде деструкции, да, или распространенности процессов. Они имеют волнообразное течение, то лучше, то хуже. И лечение идет от 6 до года и 8 месяцев. При этом ребенок вынужден, если заболевает такой формой туберкулеза, одновременно принимать от 5 до 7 препаратов противотуберкулезных. Кстати, но не нагрузка. Очень это химия. Да, поэтому профилактировать лучше всего. Также у вас на сайте прочитала про метод клапанной бронхоблокации. В чем его преимущество, да, и когда он кому показан? К сожалению, заболевания подростков, это вторичные формы туберкулеза, сопровождаются нередко распадом легочной ткани. Распад легочной ткани – это как тогда, когда в легком есть, как бы так сказать банально, дыра, да, в которой продуцируются микобактерии, идет воспаление, и очень сложно санировать эту полость или закрыть ее для того, чтобы, во-первых, выздоровление было у человека, и, во-вторых, он не был опасным для других. Mm-hmm. Вот в нашем учреждении Павел Александрович Фадеев помог нам внедрить эту методику. Это главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа. Сейчас он является заместителем министра Чеченской республики по здравоохранению. Предложил, давайте попробуем подросткам делать вот эту методику. Она чем хороша? Если есть распад легочной ткани, то малоинвазивным эндоскопическим методом в тот бронх, который питает вот эта легкая часть легкого, где идет распад, вводится такой блокатор, бронхоблокатор, который позволяет воздуху выходить, но не позволяет входить. Своего рода полость не имеет возможности дальше процветать и спадается. Спадание полости ведет к тому, что она заживает рубцом, и не нужно оперировать, да, и сроки лечения этого процесса сокращаются в разы. Светлана Леонидовна, у вас в штате есть психологи. С чем приходят ваши пациенты к психологам? С какой, как сейчас принято говорить, болью? Это, конечно, принятие диагноза, существование с этим диагнозом. Это установка на успешное выздоровление, на успешную адаптацию в социуме. Много проблем семьи решаем, потому что ребенок – это лакмусовая ситуация и в семье, к сожалению. Поведенческие реакции, помогаем в школе адаптироваться. Давайте про реабилитацию. Я знаю, что в вашем центре очень серьезные возможности, и причем не только вот с туберкулезной, но и с другими бронхолегочными заболеваниями. Есть и искусственные солевые пещеры, почти как в Закарпатье, ипотерапия – это реабилитация посредством верховой езды, ну и много еще чего. Вот, и все по полису ОМС, бесплатно. Мы пришли к тому, чтобы помочь ребенку не медикаментозно иммунитет поправить так, чтобы в последующем не заболеть, в том числе и туберкулезом. То есть это как позиция, огромная позиция профилактики. Хочу как еще раз повториться, что самое главное, что не по туберкулезу работают эти отделения. Туберкулез лечится только на отдельном адресе, абсолютно отдельно стоящие здания, а вот эти отделения реабилитации, они являются фтизиопульмонологическими, основное на пульмонологическое здоровье. Магнитотурботрон выглядит как космическая капсула, очень интересно. Анализировали его возможности по поводу латентной туберкулезной инфекции. Так вот, дети, которые получали магнитотурботрон, они имеют шансы снижения чувствительности к пробам иммунологическим на туберкулез, то есть своего рода иммунитет сам побеждает, да, активность латентной туберкулезной инфекции, процент довольно-таки хороший. Магнитотерапия, она помогает не бактерии уничтожить, а поднять силы иммунитета человека так, чтобы иммунитет справился с активными позициями инфекции. Что еще хочется сказать о наших возможностях? Это галотерапия, это солевые пещеры. Причем солевые пещеры тоже Санкт-Петербург делает вот эти галогенераторы. Они у нас стоят последнего поколения. Установлена галокамера в Липовцах, поселок городского типа Октябрьского района, где тоже есть отделение реабилитации и нашего центра. Еще, да? И в Арсеньеве установлен. Противовоспалительный хороший эффект. Эффект очищения бронхолегочной системы, эффект лечебный даже для кожи, эффект лечебный для психологического состояния. И я хочу сказать, что даже своего ребенка, она уже большая, ей 21 год, но когда она в детском возрасте часто болела с обструктивными синдромами, 10 процедур солевой пещеры нам помогли забыть об обструкции вообще. И такое лечение можно по полису провести? Это абсолютно бесплатное лечение. Любой педиатр может вас, да, направить. Как можете напрямую обратиться к нам по нашим телефонам на сайте. Что бы вы посоветовали нашим зрителям, семьям, вот где растут дети, относительно нашей темы? Хочу, чтобы
дорогие взрослые, помнили, что здоровье ребенка в ваших руках. И хочу вам очень сказать, что не спешите пить таблетки, не спешите принимать препараты по любому поводу. Добро пожаловать в нашу реабилитацию. Мы постараемся научить вас отступить от фармакотерапии, а подойти к хорошим, нормальным, физическим, я бы сказала, методикам, природным, да, общечеловеческим методикам сохранения здоровья и восстановления здоровья. Спасибо, желаю доктор. Всем быть здоровыми. Спасибо. Здоровое, сбалансированное питание имеет важное значение для людей любого возраста. И в каждом периоде – детстве, юношестве, у мужчин и женщин, у беременных – свои правила, нормы, рацион. Сегодня совместно со специальным проектом Роспотребнадзора «Здоровое питание РФ» расскажем, как правильно составлять рацион с учетом перестройки организма в пожилом возрасте. Как в пожилом возрасте грамотно составить рацион? В качестве источника животных белков выбирайте нежирное мясо, птицу и рыбу, а также кисломолочные продукты, творог. Из первых блюд лучше предпочесть вегетарианские супы. Основные источники животных жиров для пожилых людей – сметана и сливочное масло в умеренных количествах. Только сбалансированное и разнообразное питание может обеспечить все физиологические потребности организма пожилого человека в витаминах и минеральных веществах. Где взять недорогие источники витаминов и минеральных веществ? Источники витамина Е – растительные масла, пророщенная пшеница, плоды облепихи. Витамины С и П, фолиевая кислота – это овощи, ягоды и зелень с грядки. Витаминов группы В много – в молочных продуктах, мясе, печени, кашах и хлебе из муки грубого помола. Еще нужна пища с высоким содержанием солей магния, калия и кальция. Пожилым людям также следует чаще включать в рацион источники жирных кислот омега-3 и омега-6, морскую жирную рыбу и растительные масла. А что стоит ограничить в рационе пожилого человека? Копчености, грибы, жирные мясные продукты – они затрудняют пищеварение. А еще поменьше сладкого, соленого и острых специй. Не менее важен для пожилых людей режим питания. Это должен быть равномерный, 4-5-разовый и дробный прием пищи. Пейте достаточное количество воды. Насчет своей дневной нормы лучше посоветоваться с врачом. Не забывайте также про молоко и соки. Правильное и здоровое питание – это залог активного долголетия. До свидания. Будьте здоровыми и счастливыми. Это была программа «Медицина 21 века».